Меня зовут Фаим. Мне 22 года. У меня темная кожа, но я итальянец или что-то среднее, как капучино. На 50% бенгалец, на 50% итальянец. И на 100% парень с периферии. У меня есть работа и вполне нормальная семья, друзья. Мне не хватает только одного. Точно. Именно этого. Я вчера видел такую девчонку в автобусе. Тебе нравятся все подряд. А тебе нет? Мне не нравятся итальянки. Они даже не смотрят на тебя. Я впечатлительный, и мне многие нравятся. Но эта девчонка просто бомбическая. Ты странный какой-то, знаешь? Но ты мне нравишься. Ты итальянец, и у тебя итальянское гражданство. Получил 18. Не страна, а говно. Я заполнил бланк и отнес им в офис. Видишь, он просто заполнил бланк. 18 лет заполнил бланк. Ты мне очень нравишься. Очень. Ну и? Все сложно, очень сложно. Я так не думаю. Ты поцеловал ее? Ничего страшного, бывает? Что бы это значило, по-твоему? Что ты влюбился? Влюбился? Да. Класс. Знаешь, что мне нравится в стрит-арте? Оно старится, как люди. Прямо как мы с тобой. Вместе, я имею в виду. Кто знает, всякое может быть.